Значит, дело было в ресторане, где это официант. Это, значит, у нас четыре товарища, и это директор ресторана. Вот четыре товарища. Это четыре тройки разных мастей. Один из друзей выпил чуть больше, чем ему следовало, и пошел избавиться от жидкости в туалет. Директор официанта говорит: иди скажи, чтобы все остальные тоже уходили, а то мы скоро закрываемся. Он подходит, говорит: молодые люди, удалитесь. Они говорят: ты кто? Он говорит: я официант. Они ему отвечают: мы сами тут все официанты. Такие же, как ты. Ты над нами никакой власти не имеешь. А раз ты назвался официантом, принеси-ка нам еще покушать и побольше выпить напитков. Квас, компот для нашего друга. Он это любит. Официант, значит, подходит к директору и все это рассказывает. Директор говорит: вы чего, официант, в рабочее время? Они там что, видят, что сказали? Вместо того, чтобы еду разносить, вы ее кушаете? Культурно выражаясь. Они говорят: ты кто, дядя? Он говорит: я директор. Они ему отвечают: мы сами тут все директора. С других ресторанов пришли к вам в гости, посмотрите, как у вас тут обслуживание, все такое. Он говорит: все, извините, сейчас, говорит, в лучшем виде обслуживаем, с официантом там разрешают свои дела. В это время наш товарищ пришел с там, где он был, оттуда. И все, дальше они сидят, весело время проводят, как мы с вами вместе. Браво! Это так просто было разогрев. Браво, браво! Вот это мощно! Ну что, мне нравится? Следующий фокус называется «Появление девчонок». Когда